Вы тогда обычно рисуете? Да, мне бы все-таки хотелось, чтобы... Можно не стирать, то есть, ну, как-то вот именно по этим бровям, потому что я специально их как бы нарисовала для того, чтобы сразу по ним прорисовать брови. То есть, мне сколько раз уже, ну, стирали и делали не так, как я хочу. И я каждый раз в этом убеждалась, что нужно самой. А по цвету чего вам хочется? Я хочу очень... Ну, чтобы они были приблизительно такие... То есть, чтобы они были поярче и не узкие ни в коем случае. Мне нравится, когда вот они пошире и более прямые. То есть, я не хочу вот эти вот округлые брови. Вот именно вот так вот. Просто, может быть, мы немножко изгиб добавим, чтобы они не были такие прямые. И вот начало головки бровей немного такие плотненькие у вас нарисованы. Может, мы полегче сделаем, но чтобы как-то нежнее смотрелось. Потому что добавить всегда можно, не хочется же сразу перебарщивать.